Мой прадед Александр Иванович Угримов родился в 1874 году. Он был из семьи богатых дворян-землевладельцев, у которых было чудесное имение в Волынской губернии. Почему я про это упоминаю? Потому что, когда он стал взрослым и поехал учиться в Лейпциг на естественные науки, он кусок земли из Волыни привез в Германию и там писал диссертацию про почвы Волынской области. Он рос в такой семье, богатой, обеспеченной, московской. У него был старший брат Борис, с которым они были очень дружны. Но когда они стали юношами, их отец разорился. И мало того, что он разорился, он протратил ужасно приданное своей жены и, не выдержав позора, застрелился. Эта история была описана Пастернаком в романе «Доктор Живаго» про отца Юрия Живаго, который вот ровно так же потратил наследство детей и покончил с собой. Мои предки, на самом деле, достаточно разных профилей. По маминой линии Соборницкие, они были военными, Соборницкие, Марковы. Были священники тоже. По отцовской линии Кедровы. Кедровы — это тоже священнический род изначально. Вот. Но мой прадед решил пересечь традицию и стал певцом, композитором. Мой прадед и моя прабабушка были оба музыкантами. Они окончили Санкт-Петербургскую консерваторию, потом преподавали в ней. И они остались в России до 1922 года примерно. Значит, ну, когда гражданская война уже начала поворачиваться к победе красных. Случилась революция. И прадедушкам Александр Иванович, он вообще они были такие московские-московские и очень не любили петербургскую публику. И вот вообще вся история с царем, с царицей, с Распутиным, они ужасно этого всего не любили. И когда царь отрекся, дедушка надел красный бант и стал ходить по улицам, на что его дочь, моя бабушка, была очень возмущена, потому что она была монархистка, и такое его
это видение ей не понравилось. И вот тут же пригласили в план Гойл-Ро, потому что его брат Борис Иванович был очень знаменитый электрик, и он был главным по электричеству, а его пригласили, и он сделал вот агрономические все планы насчет того, как надо электричество распределять по полям и как все. В общем, он начал работать на новую власть. И очень много чего делал. И в сельском хозяйстве, и лекции. А потом он вступил в Помгол, что его и погубило. В Комитет помощи голодающим. В 21-м году он вступил, и в 22-м, ровно 100 лет назад, его выслали. И происходило это так. Он был на каких-то своих подмосковных полях, где он делал селекцию. Пришли к ним в дом, была там моя бабушка, его дочка, молодая девушка, 17-летняя, романтическая. И стали его искать и делать обыск. Она сказала, что он на работе, что она не знает где. Действительно, она не знала, потому что у него было много объектов. На другой день он приехал и сразу пошел в ЧК. Спрашивает, в чем дело. Ему сказали, вы высылаетесь за границу, в любое место, какое вы хотите. Вы сами себе выбираете место, способ передвижения. С собой взять вы можете 20 килограмм на человека, денег какой-то абсолютный минимум, драгоценностей нельзя, один костюм, одно пальто летнее, одно зимнее. Вот такой минимум вещей. Выяснилось, что не только у дедушки был обыск, и не только его высылают. Выяснилось, что очень большое количество московской интеллигенции, в основном технической, профессуры университетской и несколько философов. Бердяев, Франк, Ильин, Лоский следующим пароходом уже из Петербурга, вот московских, Трубецкой Сергей Евгеньевич, мой любимый. Вот такая публика. Моя бабушка Ирина Борисовна Ганорская родилась во Владивостоке 1911 года. Его, значит, мой прадедушка, его отец был военным, белая, ну, армия. И он служил в Владивостоке, но тоже жили, ну, семья жила около Херсона тоже. Они уехали очень быстро, потому что, ну, и они через Крым уехали вначале в Родос, Греция, и потом в Галлиполи, где моя бабушка, ну, жила в этот огромный лагерь военный, белая армия. Значит, после Галлиполи моя бабушка поехала в Болгарию и потом уже во Франции, город Лион, тоже, ну, в этот, около в Альпах. Когда его предложили уехать, он должен был выбрать. Ему сказали, что вы можете выбрать любую страну, любой способ передвижения, но вы должны будете за это сами заплатить. Если у вас нет денег, мы вас вышлем сами, но уже это будет как нам будет удобно. Значит, эта группа профессоров и чуть-чуть философов собрались. И поскольку мой дедушка был очень, так сказать, хороший организатор, кроме того, у него были большие связи в этом немецком представительстве, его выбрали старостой этой высылаемой группы.
И он уже добивался всего. Он ходил, он нанял пароход. Его выслали всех, кто работал в Помголе, всех или арестовали, расстреляли, или выслали. Когда стало известно через знакомых, что они подлежат аресту или расстрелу даже, сперва в ОПХ, Николай Николаевич, мой прадед, послал в Берлин свою супругу, Софью Гладкую, и младшую дочку, Лилию. А затем уже он с двумя старшими, то есть с Ириной и с Николаем, к ним присоединился уже в Берлине. Со стороны мамы, которая Семенова-Тиншанская, эмигрировал Николай Семенов-Тиншанский сразу после революции. Наверное, в 20-м году, это точно не знают. Николай Семенов-Тиншанский был морским офицером. Он работал на яхте Николая II. Лично был знаком с Николаем II. Он сначала поехал в Англию. В Англии познакомился с будущей своей женой Ниной Барк. Она приехала с родителями. Ее отец был министром финансов Петр Барк. Последним, конечно, министром финансов Российской империи. И они там познакомились в Англии и поженились, стали жить во Франции. Когда он пришел оттуда и все это объявил своей семье, они были в ужасном горе. Они совершенно не хотели уезжать. Они хотели жить в своей стране, и как-то НЭП наступил, полегче стало. При помощи своих друзей немцев он написал в Германию, что вот нас высылают, можем ли мы рассчитывать, что вы нас примете. На что немцы ответили, что Германия не Сибирь, туда не высылают, но если вы просите, чтобы мы вас приняли, мы вас примем. Вообще они считали, что они вернутся через год или через два максимум. Совершенно у них не было планов уезжать навсегда. Они не хотели уезжать, повторяю, и думали, что скоро вернутся. Все люди, которые уехали, думали, что это навременно и скоро вернутся. Даже у меня тоже знакомые, которые говорили, вот мы даем ключ, как сказать, няне, которая остается, не волнуйся, через там 3-6 месяцев мы вернемся. Значит, и все реально, была надежда, что это быстренько все пройдет и все вернутся. Не вернулось. Никто не терял надежды об этом. И это для меня, сейчас такой патриотизм, любовь своей родины, это круто, это очень круто. Они все сами оплатили. Плюс они оплатили еще билеты на поезд из Москвы в Петербург. И так были билеты подобраны, чтобы прямо тут же вот они приехали в Петербург. И чтобы тут же грузиться на корабль. Да, и, между прочим, в бумаге было написано, что если они вернутся без спроса, их расстреляют. Вот в этой бумаге, которую им давали на высылку, это было написано. Вот они приехали в Петроград, пришли на набережную и погрузились в этот пароход. Их там всех обыскивали, проверили все вещи, чемоданы открыли, поскольку вещей было мало. Вот зеркало венецианское бабушка туда увезла, а потом привезла обратно. Обербургомистр Хакен его звали, этот корабль. Они остались ночевать на этом корабле. Им дали такой немецкий ужин к
с кислой капустой, с чем-то таким. Они легли спать, а утром рано они поплыли. Когда они доплыли до Кронштадта, там была еще одна проверка. И уже революционные матросы поднялись на корабль еще раз. Всех обыскали более-менее, вещи проверили. И сели на свой катер, на котором они приплыли, и поплыли от них. И мои все говорят, что самое поразительное было, что вдруг они стали матросы эти революционные, этим врагам народа махать. Вот. И они стали плакать. Бабушка моя и прабабушка стали, что это вот последние русские люди, которых они видят. Вот они и машут. И когда они подплывали к Штеттину, почему-то они решили, что, наверное, их будут встречать представители миграции. Там уже много было очень народу уже. И что-то надо говорить им, как-то отвечать. И вот вышли они все на палубу. Бердяев в шляпе, знаешь, Франк со своими детьми, которых называли Сантимой. Франк и его Сантима. Много детей было маленьких. Никого нет, никто не встречает их. Встречает их только представитель Красного Креста. В нашей семье, в нашем роду уехало довольно много людей за границу. Но, в общем-то, из непосредственных ближайших родственников в основном все остались в России. Но некоторые из них оказались в эмиграции довольно своеобразным образом. Своеобразно, потому что, семья моего прадедушки по маминой линии, как раз этот прадедушка, который вырос в этом доме, оказалась за границей еще в 1914 году. Они поехали на воды лечиться в 2014 году вот всей семьей. И началась война. Вернуться обратно в Россию они не могли, потому что кругом были враждебные страны. И они оказались заложниками этой ситуации вот до Октябрьской революции. А уж когда она наступила, тоже вернуться было невозможно. У них были маленькие дети, и тут началась гражданская война, и все, тоже возвращаться было немыслимо. И все же они очень хотели быть в России, они были, хотели быть поближе к России. И когда русский отдел Красного Креста, который работал в Женеве, стал закрываться, то мой прадед перебрался в Ригу. И в Берлине уже их хорошо. Как-то их устроили благодаря дедушкиным связям, уже всем дали какие-то квартиры. И там были какие-то его знакомые по дореволюционной жизни, иммигранты. Девушка одна пришла, значит, к ним в гости и говорит моей бабушке Вере, что пойдем, вот у нас сегодня будет вечер, и ты познакомишься с русскими здешними. Значит, баба Вера пошла и ужасно была шокирована, потому что она думала, что ее будут все расспрашивать, как в России, что происходит, что вообще творится, как это, как-то никто же ничего не знал. Никто ничего такого не спросил, никто ничем не интересовался, потому что к ней все относились, они, иммигранты, отнеслись к ним как к большевикам. Потому что они сотрудничали 5 лет с большевиками. Их выслали, они сами захотели уехать. Значит, они порченные. Больше того, те эмигранты, которые уехали сами, они за это время организовали русскую церковь в изгнании, которая не подчинялась нашему патриарху. В исходе русские мигранты действительно очень быстро организовались и достаточно хорошо организовались. Одно из первых дел это было создание организации русской церкви за рубежом. Было создано владыком Евлогием наша епархия, центром которой
был Париж, была создана и организована зарубежная церковь, были созданы гимназии, в которые даже я застал некоторых, кто в ней учился. Ну и, конечно, множество приходов, общественных организаций. В общем, вся жизнь была каким-то образом организована в эмиграции. А наши не отрекались от своей матери церкви и продолжали ходить в очень маленькие приходы Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Владыка Антоний, поскольку мы с ним дружили, он однажды пришел в Москве к нам в гости, к моему свекру, который только что думал, креститься, не креститься, так как-то сомневался. И он его спросил: «Владыка, а почему вы Московского Патриархата, почему вы не ушли в зарубежную церковь, как многие?» И Владыка, который был вообще просто нежен и мил, вдруг очень резко сказал: «Потому что мы не хотели предавать свою мать церковь. Если бы ваша мать была проституткой, вы бы от нее отвернулись». Я была просто поражена, я даже не знала, что он такие слова может произносить. Вот у них была верность, несмотря ни на что, о Московской патриархии. Они были изгои всегда. Они были, значит, большевики, предатели, раз они сотрудничали с... И еще к тому же продажной церкви. И они практически, даже когда они уже переехали сначала в Берлин, а потом во Францию, они общались только между собой. Они не общались почти никто с детьми эмигрантов. И они снобировали этих эмигрантских князей. Там те были гораздо богаче, конечно, потому что они все-таки ухитрились, ну, по-разному. Были совершенно нищие воины Белой армии, которые нищие в обмотках вообще. Но были и богатые, и великие князья. Многие очень помогали. Но, в общем, они были всегда отдельно. Ну, не все. Была такая великая княгиня прекрасная, которая, как кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже, впрочем, на свои деньги купила землю, чтобы хоронить там русских. И там хоронили всех без... Никто какой церкви. Хотя там была церковь, между прочим, Московского патриархата маленькая. И другая великая княгиня открыла такой пансион для русских девочек, где они жили бесплатно, их кормили, воспитывали, учили и так далее. То есть не все были таковы. Но в основном эти так сказать, два куска русских эти между собой не общались. Хотя и князья работали водителями во Франции, других работ не было для мужчин. Были водители такси, а женщины были bon à tout faire, то есть прислугой. Знаете, тогда эмигрантов не понимали, как теперь с распростертыми объятиями. Моих родителей было две семьи культурных французов, которые приходили. Это такие, ну, один это аристократ из Британии. Британия, местность, знаете, не Великобритания. А другой, Казан де Нектан, был такой тоже. Это очень культурные люди, которые понимали, что тяжело интеллигентам быть рабочим или же кем попало, знаете. Потому что таскать мешки с углем на пятый этаж или же, не знаю, папа мой испортил себе позвоночник тем, что он таскал тоже несколько там баранов или полбыка на спине. Вы знаете, что это делает? Это же работа такая совсем неподходящая. Он, который был бы, если бы не был в революции, мог бы стать или прокурором, судьей, или чем-нибудь совсем иным. Ну, хорошо, что не остался в те времена в России, потому что у него, как говорят по-русски, язык без костей. И, наверное, он был бы или сосна, или даже на том свете не выжил бы. После революции, конечно, представители, значит,
старых классов, да, вот, дворянство, купечество, духовенство, конечно, в значительной степени оказалось не удел и вообще не ко двору. То есть нужно было, конечно, нельзя было, во-первых, вспоминать и самому о том, к какому классу ты относишься. Конечно, в общем-то, никто этого не афишировал, потому что это было даже и опасно в своем роде. Да? Но никуда это не денешь, все равно это все это где-то было зафиксировано, записано, и поэтому, конечно, там, где надо, все знали. И были анкеты при приеме на работу. Конечно, людей, которые принадлежали к дворянству, скажем, их не брали на работу. Бабушка моя, например, устраивалась много раз на разные работы и хотела поступить в различные учебные заведения, в университет, в частности, она поступала, хотела поступить, но поступить туда она не могла. И их не брали ни в учебные заведения, ни на работу. И это было очень сложно, конечно, потому что нужно было как-то все-таки жить, а на работу вас не берут. Большинство приехали, ну, во Францию и так далее, бедные, без ничего. Имеет великий князь, ну, все эти тители, но все равно бедные, которые такси, ну, это очень известно в Париже, ну, русские такси, они все были таксистами. И либо когда они принимали в маленькой квартирке, без, ну, без него, но все равно с гордостью, с, я все равно статус, несмотря, что я бедный, несмотря, что это, все равно я должен, ну, оказаться в хорошем смысле. И все такие были воспитаны, и, ну, мне передали, ну, часть этого воспитания. Переехав в Париж, кедровые жили крайне бедно, как и все. Однако они уже имели там связи какие-то. В 10-е годы 20 века они неоднократно ездили в Париж в рамках сезонов Дягилева. Пели с Шаляпиным в русских операх, в «Борисе Годунове», например. Он, мой отец, кажется, в премьере во Франции Бориса Годунова играл роль, какую-то вторичную, но все же. И он смог продолжить свою деятельность в эмиграции, но живя, конечно, крайне бедно. В материальном плане стало немножечко легче, когда уже появился импресарио, когда появилась дверь в новый свет, и этот импресарио уже как бы сумел монетизировать, что ли, их искусство, квартета. Моя бабушка работала просто прислугой, но это уже потом. Вот они приехали во Францию. Значит, молодая мать с двумя девочками. Жить негде, работы нет. Первым делом, значит, ей говорят, вот есть несколько приютов для русских детей. Сначала она устроила туда, значит, девочек, сама там работала нянькой, а потом она поступила прислугой к дочерям Маннергейма. От Маннергеймов ее выгнали за то, что она взяла какую-то кастрюльку, предназначенную для еды, и покрасила в ней чулки себе. И ушла на свои церковные собрания. И потом она работала еще у других. В общем, квартиры не было. Она где работала, там и жила. Но при этом они ходили в церковь, у них были всякие прекрасные собрания, вот они организовывали приходы. Она вместе с Владимиром Николаевичем Лоским переводила службы на французский язык. Она французский знала с детства, а уж моя мама и тетка, это был вообще первый язык, на котором они заговорили. В то время единственное, что было хорошо, что был хороший префект в Париже, и он многим русским офицерам дал возможность стать таксистами. Они, говорят, были с белыми перчатками, очень аккуратно, а в то время много было хулиганов, найти воров среди таксистов. Так что они были очень счастливы, что настоящих благородных русских, которые открывали двери и так далее, вообще вели себя как положено.
Вот поэтому очень многие офицеры стали таксистами. Но мой отец не был. Вначале он, значит, любую работу брал, потому что лишь бы прокормить семью. Потом, когда вот был первый съезд, кажется, «Мир», там он стал переводчиком, синхронным переводчиком. Так он блестяще владел и французским, и английским, и русским, и в общем, и так далее. Я помню, я была девочкой, папа красным карандашом все русские газеты получал. И там он отмечал то, что могло бы иметь данные какие-то экономические, статистики и так далее. Конечно, в газетах врали очень много, но неважно, все равно из этого можно было что-то исчерпать. Это институт статистики, который ему дал первую интеллигентную работу. Это интересно было. Это воспоминания именно детства, как папа сидит в кресле, покуривает трубку и карандашом красным отмечал все в русских газетах. «Правда», там, не знаю, что еще было, «Известия», какие были газеты тогда. Они были артистами в основном, Кедровы. Значит, дети Николая Николаевича Кедрова отца. Был, значит, мой дед Николай Кедров, композитор, пианист. Ирина, тетя Ирина, которая была сопрано. И Лилия Кедрова, которая стала довольно успешной актрисой. Она была первой актрисой русского происхождения, получившей «Оскар». Вот, за свою роль в фильме «Зорба грек». Она также играла в фильмах Хичкока «Разорванный занавес», что ли. Есть даже видео на YouTube, как ей вручают «Оскар», и она совершенно не ожидала этого. И видно, как, значит, под бурными аплодисментами она встает, недоумевая, и приходит, значит, к трибуне с этим «Оскаром» и со слезами на глазах говорит «Thank you». «Thank you so much, my dear, dear Michael Kapoyanis. Because it was your fault, it was not mine. I will never forget it. Never». Многие люди, которые уехали за границу, конечно, были потеряны для России. Да? То есть они выехали за границу, и Россия их потеряла. И, конечно, это для России огромная утрата, потому что все-таки такой вот культурный слой в нашей стране был не очень велик. Может быть, не так уж и мал, но все-таки не очень велик. И огромное количество образованных людей из самых разных сословий выехали из страны. И из самых разных профессий. Техническая интеллигенция, и гуманитарная, и так далее, и так далее. Но когда уезжали, то становилось ясно, что родину-то они очень любят. И все то, что было здесь, им очень дорого, а этого ничего нет там. И, конечно, они пытались сохранить вот эти частички России в себе, находясь там. И поэтому они, конечно, старались сохранить язык, они старались, у них стала проявляться вера, которая, может быть, была частично утрачена или вообще полностью утрачена. Они стали вспоминать вот какие-то даже мелочи, пускай какие-то события из своей жизни, и фиксировать их, записывать, потому что для них это вот это уже нематериальная часть этой культуры, слово, музыка, это была уже частичка России, которую они потеряли. И поэтому они все это старались сохранить там. Да, в эмиграции одна из миссий, которые они себе ставили, это было сохранение русской культуры. Как известно, это была вся суть их деятельности. Все мысли были устремлены к этому. И например, в музыке, в духовной музыкальной традиции был издан лондонский сборник, так называемый, в котором мой дедушка был один из главных редакторов, и в котором впервые были опубликованы, собственно, его произведения и произведения его отца, то есть Кедрова отца, Кедрова сына. Наверное, сами известны, это «Отче наш» Кедрова, это его отца. И
этот сборник, в этом сборнике были изданы композиторы эмиграции как раз с целью продолжить эту традицию, с целью увековечить все это наследие. И также, что было неотъемлемой целью, это передать все это в Россию. Если взять книгу истории тех времен, так вот такая толстая книга, там было, может быть, ну, не знаю, 0,9 о революции и о всех ваших героях, советских в кавычках, а история до революции как бы сводилась в крошечную такую маленькую долю. Потому что нам написали историю, где были вопросы, там это было напечатано на машинках, размножено, так это. Вот так детям передавалась история, закон Божий, литература и такие артистические возможности. Всех этих детей воспитывали, что вот наступит время, когда нас Родина позовет, и мы поедем туда. Они все жили ожиданием возвращения в Россию. Большая часть той молодежи была воспитана, что они должны ехать и помогать Родине, когда она позовет. Говорили дома только по-русски. Только по-русски. Поэтому очень смешно. Моя мама, у нее были всегда какие-то... Они хорошо говорили по-русски уж, когда здесь прожили сколько лет. Но все равно это... Она, например, считала всегда по-французски. Родной язык был французский, учебный язык был французский. Но дома... Дома по-русски, в школе по-французски. Как-то ничего. Конечно, уже было какое-то врожденное уже какое-то сознание, что мы не совсем как другие, однако мы растем в этой стране в похожих условиях с другими, так что мы не испытывали никакого дискомфорта, наоборот, испытывали какую-то гордость, какое-то сознание, что у нас есть собственный какой-то мир, в котором мы погружались, будучи дома, но и по воскресеньям в храм, и по средам в русской школе. И как-то это все было достаточно естественным и непринужденным. Бабуся очень тоже над этим настаивала. Она даже нам так говорила, что когда мы к ней обращались по-французски, она говорит: «Что-что? Я не понимаю». И мы были убеждены до какого-то возраста, что бабуся, которая родилась во Франции, отучилась во Франции, всю жизнь провела во Франции, не говорит по-французски, а только по-русски. Вот. И она сердилась ужасно, когда мы между собой по-французски говорили. Да, я не хотела, не понимала. Я повторяла одну фразу 3-4 раза, чтобы они мне сказали бы эту фразу. Потому что когда они говорят «да», дети, это пассивный язык. А я хотела, чтобы активный был бы, чтобы они могли бы сами составлять фразы. И поэтому вот теперь я очень счастлива с годами, что все говорят свободно. И я вот воевала с моими детьми, они со своими. Так что фактически 6 поколений теперь у нас говорят. Даже мои правнуки говорят. У нас очень простой подход. Мы хотим, чтобы наши дети говорили как и по-французски, как и по-русски, очень свободно. В связи с этим дома я говорю только на французском, а моя жена разговаривает только на русском с ними, чтобы они легко, ну, знали оба языка, ну, без никаких вопросов. Ну, у меня 3 детей, 2 родились, ну, в Москве. Значит, они русские, ну, и имея французский паспорт, ну, культурно они будут, я надеюсь, оба и себя чувствуют
комфортно там и там. Это цель. Потом они будут выбирать, куда они хотят жить. Пусть они, я не заставлю. Жить здесь, жить там, жить в другую, третью сторону. Это их желание, их... Но самое главное, что они не забыли язык, веру и откуда они, и семейные предки. Вот. Мы им даем такой подарок. Я хочу, чтобы они реально использовали. Двойная культура. Выбирай, у вас даже не выбирайте, пользуйтесь обеими. Не надо выбирать. Оба хороши. Это двукультурность, в которой мы, получается, выросли. Она, с одной стороны, создавала, наверное, какие-то сложности. Особенно приходя в сознательный возраст, уже ты должен определить себя, свою идентичность. И если одно не превалирует над другим, то может появиться какое-то, наверное, двоеличие, которое не всегда просто совместить гармонично. Вот. Однако есть эта возможность. И лично я воспринимал это как огромное богатство. То есть язык, но есть тоже и религия. Есть культура. Какая культура тебе ближе всего? То есть, вырастая на русских песнях, вырастая на русской живописи, вырастая в Русской Православной Церкви, сложно к этому быть равнодушным, сложно от этого отрекаться. Я бы сказал, даже невозможно. Или ценой какого-то решения самого себя. Раньше я вообще не думала о том, как я буду сохранять память в семье, в своем будущем. Но теперь я больше об этом думаю. Наверное, с тех пор, как я вступила в брак, я начинаю думать, а как мои дети будут смотреть на Россию, будут ли они, станут ли они настоящими французами, или все-таки будут ли понимать то, что я поняла, постепенно стала понимать, будут ли они помнить имя Семена Тишинского, которое по мере того, как идут поколения, становится все более и более далеким, потому что дети посещают местную школу, они говорят по-французски, в нашем случае у них друзья французы, католики или не только. Круг создается такой чисто французский. И трудно, конечно, сохранить и культуру, и язык, и память, и чувства тоже, ну, чувствовать себя не только французом. Они жили своими воспоминаниями, книгами, музыкой. И, слава богу, было там вообще что смотреть, кого слушать и что читать. Вы знаете историю с Набоковым, как Балахмадулина приехала в гости к Набокову? Не знаете, в Швейцарии, когда он уже совсем старенький жил? Она приехала, попросилась к нему, он вообще не очень пускал русских, не хотел. Но она такая очаровательная женщина, он ее пустил. И она своим голоском говорит ему: «Вы не знаете, как вас обожают в России, как вас обожают, как вас читают». Он говорит: «Нет, мне это совершенно все равно». Она говорит: «Нет, вы не представляете, вы кумир». В общем, она пять раз так ему сказала, и он заплакал в конце концов. Потому что для них это было... Он никогда не хотел приехать. Для них, для тех, кто не хотел возвращаться и потом не поехал, для них это был как потерянный рай. Во-первых, у Набоковых, например, имение все разбомбили, там бог знает что. Для них это был страх и ужас, как Бродский не захотел вернуться никогда. Они не знали, как им будет там. Они не готовили себя к жизни в России. Ехать в гости им не хотелось. И поэтому Набоков особенно все отрицал, что в России происходит, и искусство, и литература, он все отрицал. А эти, не знаю, Шереметьевы, Трубецкие,
Ну, а что у них было, кроме русской культуры? С чем они ж? Чем они могли утешиться? Они только и могли утешиться. Ну, они, конечно, знали все языки, они читали на всех языках. Но счастье-то было Пушкина читать и слушать русские песни. Да, они были большими патриотами, они книги покупали русские. Хотя жили очень скромно, но у меня было полное собрание сочинений и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, и Жуковского, в общем, все, Некрасова, в общем, все эти были толстые тома. Мне они все покупали, когда я была ребенком. Мы берегли, это для нас было святым, потому что наши родители все мечтали вернуться. Конечно, вернуться так было очень-очень сложно. Нансенский паспорт, который был у наших родителей, там было написано «все страны, кроме России». Так что очень трудно было приехать в Россию в те годы. Значит, у иммигрантов не было никаких документов. У моего прадедушки оставался советский паспорт, как это ни странно. Их не отняли. Но у молодых, у мамы, у бабушки, у девочек не было никаких документов. Поэтому они не могли никуда поехать за границу. И вообще были абсолютно бесправные. И вот такой был замечательный полярный исследователь Фритьоф Нансен, который почему-то озаботился положением русских мигрантов. И как-то сказал, что нехорошо, неправильно, что такое количество людей живет без документов. И он добился, что им выдали такие паспорта, которые потом все называли нансеновские, где было написано, что вот там, скажем, Вера Александровна Резчикова, рожденная Угримова, родилась в Москве, проживает в Париже на такой-то улице, является русской. И это был документ. Они тогда не стали ездить за границу, потому что, вот, например, в Англии были тоже всякие их православные друзья московского патриархата. Они ездили туда на всякие... Было очень много съездов религиозных. И в Берлине, и в Лондоне, и в Париже, и в Праге. В общем, везде, где были русские, были всякие такие религиозные их встречи. Это было, в общем... большая им помощь, эти паспорта. Значит, началась война. Весь север Франции до середины был оккупирован немцами, а юг был свободная зона. Значит, прадедушка Александр Иванович Угримов, главный наш герой с прабабушкой, вернулись уже к этому времени из Германии и поселились в Дордане, который как раз был свободная зона, юг. И они все следят за тем, что происходит в России, с большим трепетом и желают победу только русским, в отличие от некоторых других. Даже не буду говорить, кто, хотя знаю, что некоторые люди, даже очень хорошие, считали, что Гитлер победит и освободит Россию от большевиков. Знаете, очень многие русские, и мои родители, мне кажется, отец тоже думал, что немцы тоже культурная страна, и что они, может быть, вот как вот сделал, как это называется, власовцы, кажется, которые перешли, потому что они думали, что немцы освободят Россию от коммунизма. Да, есть, которые думали так, что нацизм – это, в общем, полбеды, а что еще хуже коммунизма. Тем временем происходит победа. И товарищ Сталин издает приказ, что все прощены. Все, кто уехал, могут вернуться в Россию. Всем будет предоставлена работа, жилье, учеба. Что все должны ехать, и наши только этого и ждут. Только этого и ждут. И ринулись моя мама с теткой, бабушка, ринулись в советское консульство в 1946 году получать
русский паспорт. С тем, чтобы собраться и потихонечку ехать домой. Произошла очень странная история. В этом консульстве русском, советском, был какой-то странный молодой человек, которому мама моя попала на прием, который сказал: «А зачем вы едете? Вы там были?» Она говорит: «Нет, я родилась здесь». «А зачем?» Она говорит: «Ну как, на родину?» Мама картавила очень сильно. «Я хочу на родину». Он сказал: «А вы знаете, что там несколько миллионов сидят в тюрьмах и лагерях?» Мама говорит, что если бы он сказал несколько тысяч, она бы задумалась. А поскольку он сказал миллионы, она абсолютно не поверила. Абсолютно. Ей даже в голову не пришло ничего подобного. Причем ведь никто не знал, что происходит в Советском Союзе. Мой отец был из тех, он хотел, мечтал вернуться, когда бы были возвращенцы. Знаете, Сталин призывал, вас Родина ждет и так далее. И что же вышло? Вот фильм «Запад-Восток» видели, может? Это ужасная травма. Очень многих сослали то ли в Ташкент, то ли в другие места. И я вот лично знакома вот с семьей тут, тут матушка Оля. Ну, вы знаете, Чевчевадзе семья, которые страдали тоже, как многие другие, как Муравьёвы. И мои родители чуть не поехали тогда, и, к счастью, что-то их удержало. Потому что отец был большим патриотом и хотел вернуться. И вот они приплывают в Одессу. Родина, милая родина, плачут от счастья. Слезают, ничего не понимают, бедные. Чемоданы в одну сторону, их в другую. Ничего не понимают, счастливы, землю целуют. Потом на другой день начинают их распределять. И, как ни странно, наши хотят в Москву, потому что там остатки родственников. И их отправляют на поезде в Москву. А это 47-й год. Прикиньте, товарищ Сталин просто в самом расцвете. И эти приезжают на белорусский вокзал. Нет, из Одессы, по-моему, на Курский. Эти родственники их встречают, вот оставшиеся. А этим бабушка моя Вера кричит. Картавит вся. Вы не представляете? То есть я тоже не представляю. Но, как говорят, какая была в Москве вообще тишина. Никто голос не подымал на улице. Эти вопят, картавят. Родина, где здесь церковь? Сейчас мы пойдем. Ой, в общем, едут к ним. Устраиваются на ночлег. И на другой день им предписано явиться в какое-то учреждение, где их распределяют. Дедушку моего, прадедушку, агронома, почвоведа знаменитого, распределили под Ульяновск в какую-то сельскохозяйственную станцию. Его сына Александра Александровича, героя и орденоносца французского, его в Саратов на мельницу инженером. А значит, его жена Ирина Николаевна себе поехала на Никольну гору, где ее отец имел дачу. И тут их арестовывают, Александра Александровича, на его мельнице в Саратове, и Ирину Николаевну на Никольной горе. Они ничего не знают друг про друга. Это случилось в 48-м году. Вот поэтому, значит, когда мои родители поженились, у них свадьбы не было, потому что арестованы были как-то не до свадеб. Ну, репрессии, конечно, и как каждый боялся соседа. Кто угодно мог донос сделать такой, чтобы вашу квартиру получить и так далее. Нам было трудно за рубежом, очень тяжело. Но вам, может быть, еще тяжелее было, потому что нас все-таки не преследовали физически. Мы не рисковали, как вот этот... я вот знакома была с... В братуре звали Осоргин.
отец, как его имя, даже Николай Осорин, он был зачат в концлагере в Соловках, вы слыхали? Когда вот уже должны были расстрелять его отца, тогда пустили жену, чтобы попрощаться с женой. И она тогда вот с ним провела ночь, и в результате этого появился этот Николай Осоргин, который был сперва, он продавал вина во Франции, потом стал священником. Когда умер Сталин, их довольно быстро выпустили. И тоже, на самом деле, было несколько чудес, связанных с ними. Например, когда их везли в Ирину Николаевну и дядяшу, везли в лагеря, они не знали ничего друг про друга. И в поезде в каком-то дядяша рассказывает, что вдруг он слышит голос своей жены. У нее такой характерный. Думает, что делать. И по-французски начинает кричать. «Ирен, це туа?» И она что-то начинает ему говорить. Тут конвоир к ней кидается. Молчать. А какая-то женщина, ее соседка, очень умная. На каком она языке говорит? Она говорит, а у нас тут эстонка, она не понимает по-русски. Вот она ей там пытается объяснить. В общем, они, не зная ничего друг о друге, оказываются в одном вагоне. Потом приходит конвоир в женский, это там вагон пополам, женские эти купе, где по 40 человек. Говорит, нужна женщина мести вагон. Она вызвалась. И вот мила-мила... могу рассказывать. И домила до его купе. И он так говорит, Ирен, ты очень хорошо выглядишь. И кинул ей шерстяные носки, которые у него были. Потом их на одной станции вместе высадили, всех посадили на землю, как обычно, а потом даже до пересылки ему разрешили поднести ей мешок с вещами, чемодан. Вот. А когда они, когда его освободили, он приехал в Инту и шел по улице, и вдруг увидел, что она впереди идет. И он говорит, что вообще, что освободили, уже было такое чудо, что он даже не удивился, когда ее увидел. Он просто подошел и взял ее за руку, и они вместе пошли дальше. Это невозможная история. Но они, слава богу, старость у них была хорошая. Я знаю, что вот моя мама, которая вступала в комсомол в Сибири, она была сослана, да, то есть она в Сибири, ссыльная девочка, значит, вот и ее сестры ссыльные, там вся семья, их там принимали в комсомол. И она с радостью туда вступила, и, в общем-то. Но при этом, когда умер Сталин, то весь класс заплакал, им сообщили, что умер Сталин, класс заплакал. Вот. И некоторые опустили голову на парту, закрыли лицо вот так. А мама говорит, что она опустила голову, так тоже закрыла и улыбалась там. Так что вот патриотизм советский, ну, был, он относился к России, в общем, у нас. Не к Советскому Союзу, потому что мы понимали, что ну, у нас как-то в семье. Для нас Советский Союз – это было продолжение, продолжение России, продолжение Российской империи. Вот. Когда приехал в Советский Союз, ну, в 80-х, нет, я здесь не чувствовал себя дома вообще. Это был другой мир. И снова культура, ну, мы понимаем, что моя семья со стороны отца и мать –
уехали здесь в связи с революцией и приходом в Советском Союзе, ну, грубо говоря. И, ну, поехали в Москву на поезде, хорошо. Мы жили в гостинице, которая до сих пор существует, гостиница «Молодежная». Вход только по пропускам, только разрешено для посетителей, ну, людей, которые жили в гостинице. Я вспомнил, зачем на каждом этаже дежурная, которая, ну, давала ключи, ты пропуск даешь, ну, вот ключи-то на каждом этаже. В этом гостинице «Молодежь» была дискотека. Ну, и первое, что делал, ну, диджей, который там работал, сказал, попросил нам, дайте ваши кассеты, потому что, ну, еще мы с кассетами, дайте нам музыку новую, чтобы мы могли понять, что вы слушаете, и переписать, чтобы мы могли играть. Значит, мы отдали очень много кассет, чтобы он мог все переписать и потом продолжать работать в это. Первый визит моей мамы в Советский Союз был в 1977 году. Значит, ей было тогда 16 лет, это очень юный возраст. Тогда очень мало путешествовали в Советский Союз. И ей очень повезло, потому что ее папа помогал одной русской семье, которая в знак благодарности пригласил мою маму к себе в Москву. Она мне часто рассказывала, что для нее это было просто откровением. Раньше в России это, конечно, было интересно, конечно, своя страна, но как-то незнакома, много вопросов, много непонятного. Уже из поезда она видела, как пейзажи менялись, как только пересекла границу, почувствовала себя в России, не в Советском Союзе, а именно в России, она говорит. И она почувствовала, что все намного больше, намного шире. Ей это чувство очень понравилось. Она тогда, когда вернулась, поняла, что для нее это очень важно. И в итоге у нее осталось ощущение, что это очень душевно, наверное. Дедушке, то есть Кедрову сыну, получилось несколько раз ездить в СССР. И он тогда, как папа рассказывал, с собой брал несколько тиражей этого лондонского сборника и раздавал их друзьям, знакомым, или просто заходил в храмы и оставлял их на клиросе. Вот, чтобы люди здесь были бы ознакомлены с этими произведениями. Это издание, в этом издании содержится очень большая часть работы моего дедушки, прадеда, однако многое еще к нашему большому стыду остается неизданным в нашем семейном архиве во Франции, из духовной музыки, из народных аранжировок, гармонизаций всяких. И мы сейчас размышляем о том, чтобы это передать либо в Московскую консерваторию, чтобы они это издали, либо в Дом русского зарубежья. Мы скептически относились к тому напускному, что тогда было, что тогда бытовало в моем детстве, потому что раньше это было в меньшей степени. А в 70-е, 80-е годы, конечно, было очень много напускного вот в этом советском пафосе, так сказать. Нужно было везде цитировать, там, скажем, из речей Брежнева что-то там, или из статей Ленина нужно было что-то обязательно брать. Мне очень не нравились все ваши лозунги красными буквами, которые висели на домах. И что город был серый. Я тогда уже давно говорила, надо осветить немножко. У нас подсветка во Франции была уже во многих местах, а у вас серые, мрачные улицы были. И эти лозунги, они уже, извините, но просто как советские, как написано было, что... А, мы в Омске были, в командировке. Коммунизм шагает по планете. Там вот, значит, земной шар показывает. Это моя коллега тоже засняла. И, в общем, да, как в Омске это... Может быть, шагал в Омске, но у нас не было коммунизма, у нас издевались над коммунистами, они совсем не понимали их всерьез. Но одновременно с тем мы это изучали в школе, проходили и находили там тоже мысли, это тоже было интересно, и тоже в этом было, в общем-то, это нельзя сказать, что все, что нас окружало, оно нам как-то не нравилось, или, так сказать, что мы ни в чем не принимали участие. Это же тоже все-таки была жизнь, которую невозможно было запихнуть в какие-то
формальные рамки, которые, конечно, существовали, но постольку-поскольку. Эти все люди, которые выросли во Франции, в Америке, и когда они приезжают в Россию, у них вот что-то открывается. Что-то очаровательное есть в России. Невозможно это не убить, не... Вот в русских что-то такое есть. Я не знаю даже, как это назвать. Это почему говорят русская душа, русский дух? Это никогда я бы сказал, что есть французский дух. Нет. Если ты приходишь открыто, ну, без пафоса, без самоуверенности и так далее, люди насколько открыты, и столько хороших места, столько хороших моментов я прожил, что нет, такого я знаю во Франции, я не смогу найти. И я очень-очень рад, что это я видел, жил, и хочу еще это жить. Ну, я хочу это испытывать еще. Я люблю Францию, я очень лояльна, я тоже, ну, у меня две родины. Я никогда не забываю, что когда все мои бабушки, дедушки, ну, уехали вынужденно из России, Франция, они приехали здесь без ничего, Франция все дала. Ну, по-моему, эти деятели культуры, науки и всех отраслей, кто эмигрировал, достаточно щедро делился своими знаниями, щедро участвовал в жизни тех стран, в которые они попадали. Ну, сколько таких примеров. Там, Сергей Лефарь у истоков французской, новой французской школы балета, Стравинский в музыке, будь то в Париже или потом в США. Французская музыка, американский балет тоже имеют у истоков русских деятелей. И это обогатило все эти страны, бессомненно. Однако я думаю, что все это существовало и до 17-го года. Это неверно говорить, что Россия их предала, что Россия их выгнала. В принципе, они же носят значительную долю ответственности за все это. И это, кстати, чувство, которое пронизывает всю мигрантскую литературу, поэзию, о том, что, Господи, мы-то, на самом деле, профукали империю. Мы-то своим легкомыслием перельщились красивыми мыслями, которые, в принципе, описывались в «Бесах», например, у Достоевского, которые, ну, очевидным просто образом вели к этому. И 17-й год — это не случайность. Его предрекли очень многие и святые, даже историки просто. И это было логическим последствием состояния, в котором была приведена империя, этого легкомыслие, что ли, этих ошибок, которые были сделаны до этого. Ну, любая революция это беда для страны. И не зря там называли потом гражданская война здесь. Реально была гражданская война белой против, ну, красной. И это никто не может сказать, что это хорошо. Это плохо. Это ужасно плохо, что кадры все были или расстреляны, или сосланы, или за границей оказались. И страна, она была без талантливых и способных кадров. Все-таки не всех выслали, остались чудесные ученые. Правда, некоторых, как Вернадского, известно, что с ним сделали. Но все-таки были люди, не выслали же совсем не всех. И были чудесные педагоги. Но, конечно, это, я считаю, что это очень большая потеря для России. Что как-то, ну, видите, поскольку не это ценилось товарищем Сталиным, не знание, а верность. Не знаю. Мне кажется, это ужасная потеря. С другой стороны, многие из них, из тех людей, которые уехали, в общем-то,
пригодились России немножко в другом качестве, потому что многие из них написали свои произведения, свои книги, написали за границей, и сегодня мы можем читать эти книги. Да? И надо сказать, что ведь и раньше было так. Скажем, многие великие произведения русской литературы написаны за границей. Тургеневу нужно было уехать в Париж, чтобы там написать, например, свои там, «Хори Калиныч», «Певцы». Эти вот рассказы, которые так вот раскрывают вообще Россию, написаны в Париже. Или Гоголь, который пишет тоже за границей очень много. Зачастую нужно как-то уехать, видимо, и со стороны, или, может быть, испытывая какие-то ностальгические чувства о родине, значит, почувствовать что-то такое, что, может быть, уже здесь, в какой-то суете, находясь внутри, не всегда и увидишь. В общем, я думаю, что Франция, она нас приняла, мы благодарны Франции. Конечно, было лучше быть там, чем чтобы преследовали, как в России преследовали, многих преследовали. Но Россия все-таки, она в глубине души. Одно гражданство, а другое – это что-то в душе. Мне вот хочется вот окончить свое существование русским человеком. Я чувствую себя лучше, когда говорю по-русски, чем когда по-французски. Ну, нет, по-французски тоже так же говорю, конечно. Это нет проблем. Когда говорить о философии или математике, может, по-французски мне легче. Но, в общем, мне теплота, сердечность русский ближе к душе. Я понимаю, что я раньше не очень представляла, что значит ощущение себя дома. Я действительно не задавала себе этим вопросом, но здесь все кажется так естественным. Природа, леса — это всегда для меня было. Россия, вот ходить босиком по траве — это мне напоминало Россию. Но забавно это слово именно напоминать, потому что это воспоминание чего-то, о чем-то, которого не было. Это ностальгия о чего-то, которое я не знаю. Наверное, то же чувство горит в тех других людях, которые возвращаются жить в России, хотя они родились за рубежом. Понимание, что и там все хорошо, но тут почему-то еще больше чувствуешь себя дома. Ну что-то есть такое в России невероятно притягательное. И потом я думаю, что вот тот флёр, который ему с детства вот пели про эту прекрасную, благословенную страну, во-первых, он, конечно, остается, и, ну, что греха таить? У нас бывает очень хорошо, особенно иностранцам. Старинный
как будто небосвод относится к предмету его ночных забот.